challenge time! И снова всем привет, и мы продолжаем смотреть Радиус. Я чуть отдохнул. И прочее. Тут Форест как раз таки, да, но нам надо вернуться вон туда. И там еще что-то найти, артефакт еще один. Чтобы немножко подлутать денежек. Сообщаю, что сон не лечит. Теперь надо вставать под душ, но душ достаточно дешевая штука. Так, ну хоть как-то. Давай посмотрим. Кстати, да, можно теперь вот так теперь еще сделать. Вон где он, да? Придется скакать, скорее всего. Я не думаю, что мы здесь пройдем. Точнее, не переплывем, да? Расстояние, наверное, все-таки будет приличное. И, возможно, мы сразу будем умирать на воде, где-то в воде. На такой глубине-то. Кровавые реки, блин. Кислотные берега. Тут у нас что? Просто машинка, да? А как-то я могу, кстати, посмотреть, сколько за это дают денег-то? В целом, конечно, если не жалко весу, можно их вот так прям расставить и хорошее дно высвечивать. Стоит ли он те дрова смотреть? Будут ли там какие-нибудь полезности? О! Вы заново, что ли, трясли? Блин, я патроны забыл выложить, ладно. Так. Не надо. Не мелькают, да? К сожалению, неизвестно, сколько оно дает. Теперь хоть не надо высвечивать артефакт. Грибы прям так растут. О. Ну типа он где-то здесь. Угу. Товар-хир. Это хорошо, артефакт всегда хорошо. Пошлите дальше. Потом посмотрим, что мы можем купить. Из нормального стрелкового. Но, возможно, ничего. Кроме пистолета. Он туда по берегу, если мы пойдем, нормально будет. Ну, в целом, да. Гнущийся надо было делать. Было бы удобней. Свернул и в карман.
Не знаю, надеюсь, никакие руки из воды не вылезут, меня не утащат. Так, секундочку, это интересное место. Сигаретки. Оу. Какая удобная кружка, с любой стороны можно. Патроны пока сюда, мне там уже хватает. Куда эта говнина пропала? С какой стороны мне ее ждать? Еще сигаретки. Кстати, за пустые коробки из патронов за 9.8.18 мне дали 10, по-моему. А за калашниковые тоже, то, что я тогда нашел, 15. Поэтому, короче, практически отбил лечение. Всегда бы так. Тут что-нибудь есть? Давай сюда. Смотрите, тут даже какие-то точки интереса есть. Всегда приятно. Ага, привет. Вот и ты. Я слышу кого-то, по-моему. А это что значит? Это значит первого, что я их слышу. Там мимик масяни похоже. А мы тут... Ёб твою мать, а чё так вас много сразу? Уже? Тихо. Как специально сделали здесь. Бежит, посмотри. Что-то я как-то не особо попадаю. Ёб твою. Полный, да? Чуваки, ну идите сюда, что-то вас очень много там. О, блин, мне звонят. Секунда. Знаете что, я, пожалуй, сохранюсь на отдельный слот. Ой-ой-ой-ой.
Надеюсь, у вас на видео такого не было. Все. Так. Куда ты стреляешь вечно? Отлично, одна пачка кончилась. Ау! Последняя хилка так-то. То есть я попадаю. Да они просто плохо дохнут. Здорово. Патроны там на нуле. Надо бы хотя бы один раз ходить в этот в поход с дробовиком. Драпнул. И вознесся. Хорошо, тишина. А чё у нас по 20 часов? А, мне сюда, кстати, надо было. В любом случае. Кто-то тут сигаретами в этот играл, в городки. Мини-роутер такой. Так, это что? ГШ, кстати. Прикольно. Пригодится. Теперь начали, конечно, писать, когда я... Пока я был в паузе, не писали. Так, ну тут ничего не шуршит, ничего не шумит. Есть второй фонарик, почему нет? Пусто, пусто, пусто. Магические пасы. Нет. Кроме сигарет, чем-нибудь найдется? Найдется. Но не то, чтобы очень нужное. Так-так-так. Чик-чик-чик. Еще патроны. Нет, показалось, свет кусочек так ударил. Как будто бы можно было что-то поймать.
Пшикалку, кстати, вообще не видел. Это камень такой. Это подозрительные камушки. Потому что у меня была идея про камушки, про одну пасхалку. Может быть, поэтому для меня они подозрительные. Так, колодец, да? Дашь воды напиться? Не дашь. Ага, вот, я ж слышу. А можно что-то более интересное? Артефакт. Не знаю, ничейный. А. Я думал, это какая-то мойка такая странная. Как у японцев в этом. В анимехах, в школах. Ну вот куда буржуйка переехала, да? Давай смотреть, где-то шипит, а где не пойму. Кто-то с дровами спит. Здесь могли быть ваши шутки про бывших. Прям такая буржуйка очень странная. Водонагреватель странный даже. Странно, куда-то он идет. То можно и тут, и там, и это уходит. Ладно, значит, надо как-то на потолок забраться. А там шипит штуки. Очень странно. Может быть, здесь оно шипит именно? Ну, хотя там вот потолок есть. Реально туда можно забраться. Но я не вижу лестницы. Может, он где-то в доме лестница? Ага. О! Магазин на что-то, патроны. Тоже ПМ. Я его даже положить сюда могу. Отлично. Так. Там еще что-то. Ой, аптечечка слабенькая, но все-таки аптечечка. ПМ. Пустой магазин. Пусть будет. Хоть мы и будем избавляться от него, но. Так. Тринадцать часов, блин. На нехер сделать, блин, потратил столько времени. Где ты? А, тьфу, блин. Я думал, вот эту штуку, которую я подобрал. Какое все тут жуткое, блин. Ау.
Это у тебя радиус. А! Ну, я про радиус поражения. Но я не то поднял. То отчасти даже приятно. А значит, лишняя деньга. Так. Возможно, в том домике? Угу. Это сюда... Еще патроны. Хорошо, еще фонарик. Еще аптечка. Я боюсь еще так не близко подходить, если честно. Десять часов, да? Где-то там. Отлично. Так. Есть еще куда идти? Дофига куда можно пойти на самом деле. Я тебя видел. Я забыл, что печка еще есть. Да дрянь такая. Где ты? О, я пожалею сейчас об этом. Да ёб твою аптечку возьми. Ох, ну кажись, я здесь и помер, да. Автосейв какой последний, интересно, есть? Это какой? Надеюсь, перед тем, как я сюда зашел. О, отлично. Ай, это не то. Ау. А я еще не поднял, да? Вон то там что-то синенькое было.
У всех, блин, игр чуть-чуть разное управление, из-за этого вот херней страдаешь иногда. Ага, а второй раз артефакт мне сюда не дали? Или он внизу заспаунился как раз? Поэтому тут есть лестница, типа. Это дрянь. Ну. Серьезно? Так. Пол хп как не бывало. Эти же артефакты я сейчас просто солю на то, чтобы купить новые аптечки. И на всякий случай сохранимся. И пошли нахер отсюда. Твою мать. С мимиками, с этими, с крабами я дело не хочу сейчас иметь. В этой темноте тем более. Так, нам, в принципе, не так далеко теперь до дома добежать, да? Сейчас где-нибудь по бережку пройдемте. У него вроде безопасно. Вещь не переспаунилась, а то я тут загружался, кто знает, как у них это работает. Вроде нет. Ну что, побежали тогда домой. Товарищи, психопат, это переспаунится теперь. Тут с одним-то непросто бывает. Это я в прошлый раз и пропустил место просто. Пробежал. Еще раз машину смотрим. Вроде пусто. Так, а может быть, кстати, пока мы еще не убежали далеко, у нас есть 8 часов до прилива. Может быть, тут тоже эти ульи переспаунились? Ну, вроде ничего не шуршит.
мешок, да, побежали. Давайте я поставлю на паузу, сделаю все, что нужно, а потом вернемся.